прошла зону досмотра во Внуково. Duty free, через него сейчас пройду. Тут красота такая. Как всегда, сейчас еще и предновогодняя. И предновогодняя красота. Вот так вот. Жарко в аэропорту. Так что аэропорт, улетаю. Если будет подан рейс без задержки, то лечу на юг России в новые путешествия. Ой, какая красивая. Фонари, лампы. Народу очень много, кстати. Кто в гости, кто домой, кто куда, кто в путешествии, кто, как я, турист в новые путешествия. Вот, сейчас пойду к своему вылету. Здесь с 10-го начинается, у меня 14-й. Так что удачи мне, счастливого пути!